Во время проведения чемпионата мира город Сочи принял около 1 миллиона туристов, в их числе 150 тысяч иностранцев. Было увеличено количество чартерных рейсов из-за рубежа. На маршрутах спортивных соревнований задействовали 255 автобусов, на железной дороге 70 пар ласточек. Ежедневно медицинским обслуживанием занимались более 700 медиков. Для болельщиков, гостей и жителей Сочи работали 10 маршрутов по наиболее интересным объектам показа. Встречали туристов и команды ресторанов, кафе, парикмахерских. За всем этим труд огромной команды сочинцев, которых сегодня отметили почетными знаками и грамотами главы города. В их числе и наши сотрудники, корреспонденты Елена Овсецина и Инга Габеша. Они активно освещали весь ход подготовки к Мундиалю в городе Сочи. Ну и, конечно, мероприятия во время чемпионата мира. Нам с вами в очередной раз удалось испытать гордость за свою страну и за свой город. И, конечно же, гордость за свою работу. Организация матчей и фестиваля болельщиков прошла на высочайшем организационном уровне. Самое главное, отметил глава города, была обеспечена максимальная безопасность. Поэтому особые слова благодарности прозвучали в адрес силового блока Сочи.